Всем привет, с вами Мосс, и это новый выпуск рубрики «Угадай футболиста по цене». Сегодня у нас в гостях Гудмакс. Если вы хотите еще больше крутых гостей и более оперативный выход данной рубрики, то обязательно прямо сейчас прожмите лайк под прошлым видосом. 5000 мы не набрали, но окей, давайте опустим планку до 3500. Как наберется эта цифра, сразу вызваниваю следующего гостя и учитываю ваше мнение в комментах, поэтому напишите, кого вы хотите увидеть в следующем ролике. Ну а за самыми интересными матчами топовых чемпионатов, в частности, за грядущим Boxing Day в АПЛ, куда круче наблюдать в компании наших друзей из OneX, поэтому непременно переходи по закрепленному комментарию, пользуйся моим промокодом, получай бонус, а теперь приятного просмотра. Дамы и господа, этот человек умудрился переплюнуть самого маэстро по частоте выкладывания видосов на Tube. Он пропадает надолго, но он возвращается, и сейчас он активничает. Гудмакс, дамы и господа, у нас в гостях. Здравствуйте, ребята, здравствуй, Мозя, дорогой. Я рад, что ты наконец-то как раз начал активничать, поэтому, ребята, обязательно перейдите вот прямо после этого видоса на канал Гутини. Во-первых, там наша совместка, как раз в рамках этой же рубрики. Во-вторых, там куча битв составов в исполнении великого. Это интересно посмотреть, так что... Ты знаешь, я бы хотел тебя перебить и сказать, что я битву составов делаю не просто так. Я просто ребятам немножечко надоедаю сейчас с однообразным контентом, а потом уже ближе к Новому году буду удивлять старыми забытыми прекрасными рубриками. Вот, ну поэтому... вот, еще один повод перейти, будьте молодцами. Мы, угадай футболиста по цене, снимаем по классическим правилам. По три игрока, никаких изменений. Ты уже был тут. Бывал. Ван Перси, помню, как я угадал, да. Видишь, умница какая. Ну, давай не будем это ля-ля, а сразу твоего первого игрочка загадаю. Итак, твой первый игрок Фифе. Его самая жирная карточка стоит 144 тысячи монет. В реальной жизни он стоит всего 3 миллиона евро. Вау. Досрочный ответ вряд ли будет, да? Это все, да? То есть, подожди, давай подумаем. 3 миллиона евро, 144 тысячи монет. То есть это, если так посудить, то, скорее всего, этот игрок уже довольно возрастной. Но почему-то Фифе он мета. Окей, я спрошу нацию. А ты факт не хочешь сначала-то? А, давай, конечно, ты же готовил. Давай, брат, давай факт. Итак, этот игрок страдает редкой формой агорафобии. Это боязнь людных мест, открытых пространств и переездов. Причем именно у него оно гипертрофировалось совершенно редкую фобию. Футболист не может долго жить вдали от семьи, родного города. Боится переездов настолько, что из-за этого его дебют сборной отложился на полтора года. А во время выступлений в другой стране игрок был вынужден обратиться к медикам, так как ностальгия была такой силы, что несколько раз приводила к приступам эпилепсии. Вау. Ты знаешь, вот когда... ну, во-первых, это охренительный факт, но мне это ничего не дало. Это просто, когда я узнаю ответ, узнаю об этом футболисте. Но когда ты мне назвал 3 миллиона евро и 144 тысячи монет, я подумал о Фабрегасе. Но давай-ка я у тебя спрошу подсказку национальности. Хорошая подсказка. Я тебе единственное, расшифрую немножко факт сначала. Здесь речь идет о том, что из-за этой вот болезни его он очень долго оставался в своем клубе, хотя и гранды делали очень крутые на то время предложения, а он ни в какую не переезжал, реально типа оставался у себя в клубе, и никто не знал, да почему же он уже не переедет к кому-нибудь из грандов, а все играет вот в своем этом клубе. И только вот потом выяснилось, что у него такая болезнь на самом деле. Вот. Это я немножко расшифровал подсказку. Я понял тебя. Но я все равно попрошу национальность, да. А нация его Испания. Сука. Так. Ой, Мози, блин. Вот честно, вот хотел сразу сказать, Фабрегас, ну, что-то я сомневаюсь. А еще подсказочку не хочешь? Еще подсказочку? Ну да. Ну давай. Ты можешь взять там позицию, нацию. Не, нация есть. Давай лигу. Хорошо, что спросил. Ла Лига. Испанская лига. Вау. Угу. Так, испанец. 3 миллиона неловко евро. Неловко бы сейчас с Сеском бы вышло. Ну да, 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 да. Ладно, давай я тебе небольшую дам подсказку. За это не буду ничего там снимать, никакие баллы.
А он в итоге-то вернулся в свой прям родной клуб. Вот. О, после, брат, после мне это своего... ничего не дало. Какая у меня осталась подсказка? Позиция. Давай позицию. Тип карточки. А, тип карточки, давай. Вот, тип карточки, конечно. Фриз, который мороз. Вот эти новые серые карты. Хесус Навас. Наконец-то. Тяжело было, да? Да, я помню просто, когда он, вот ты сказал про поехал куда-то там и стал чемпионом, я вспомнил Хесус Навас, Манчестер Сити. Сити. Конечно, и Сити. Он там, кстати, неплохо играл. И Сити, да. Прикольно, прикольно, если честно, долго думал, долго думал. Ну, слушай, ж, два балла. Ну что ж, мужчина, этот футболист на данный момент стоит 70 миллионов евро. Хорош. В то время как его цена в FIFA 186 тысяч монет. Ну, досрочно это сделать невозможно, поэтому, конечно же, факт послушаем. Конечно же, факт. Ну, значит, давай. Этот футбольный гений имеет татуировку на левой ноге. Боди-арт, на котором изображены две плотно сжатые ладони, описан этим футболистом как «вечное братство». Это отражает его признательность за верность и поддержку семье и друзьям. Я, если честно, вот до записи видеоролика не знал, что у него есть такая татуировка, но теперь это прям хорошая ассоциация. Я надеюсь, ребята тоже, которые не знали, они вот тоже потом как-то у себя в голове это отложат. Ну ладно, поехали. Игрок 70 мультов стоит, наверное, крутой. Давай спросим его нацию. Бразилец. Ага, бразилец. Прям за 70. Ну, ты, конечно, будешь редкостным барбосом, если ты именно этого санного маркиниша, как ты сам говоришь, мне загадал. Это очень он. На это похоже. Это он. Ой. А, да? Ты даже не стал меня мучить? Нет, нет. Да, чё, мы же играем, угадываем. Это правда маркиниш? Хорош, хорош. Блин, а я умница, получается. Ну то что ж, Мози. 4 балла. Твой следующий футболист в FIFA стоит 210 тысяч монет, а в реальной жизни его цена 50 миллионов евро. Mm-hmm. Очередная спешл карточка. Ладно, давай, брат, рассказывай, что о нем подготовил. Конечно. Это хорош, факт, тебе понравится. Это последний игрок, подписанный в МЮ сэром Алексом Фергюсоном. Уход коуча сам игрок вспоминал так. «Я был подавлен, ведь именно после разговора с ним я решил, что точно хочу перейти в МЮ. Я понятия не имел, что он уйдет. Он не сказал мне точно, в какой роли видит меня в команде. Сказал, что мне нужно будет соперничать с такими ребятами, как Уэлбек и Клеверли. Я был согласен и полон решительности». Угу. Это последний реально по ходу трансфер, подписанный Фергюсоном. Хорошая подсказка. Да, интересная, но она мне ничего не дает, потому что это было, сука, 8 лет назад. Так, нужна подсказка. Да, тебе любая другая, в принципе, поможет уже, наверное. Давай национальность. Кот-д'Ивуар. Ну, понятно. Тогда все ясно. Он только один там играл. Да, Уилфред Заха. Ну да, он же за и Вильфрид, кстати, прям. Вильфрид. Вот. Вильфрид, да. Его ариец. Ну круто. Три бальчика. Не, ну норм. Здесь ты должен был угадывать, как бы. Закрепленный комментарий. Мой промокод. Твой бонус. Ну чё, твой следующий загадывай. Итак, Артемий Мазизяо. Значит, смотри, игрок сейчас стоит 90 миллионов евро. Жир. Фифе 225 тысяч. 90 миллионов евро сейчас стоит Бруно Фернандеш. Да. Даже так? Досрочно? Ты принял это? Да нет, конечно, Мози. Во-первых, у Бруно есть Player of the Month, который стоит 850 тысяч. А что ты тогда да мне говоришь, ты чё? Я просто начал читать факт и чуть-чуть потерял коннект. Ладно, не суть, давай факт, конечно. Этому футболисту исполнилось 17 лет и 74 дня, когда он впервые дебютировал в премьер-лиге в матче против Норвича. Только Джек Уилшер и Сеск Фабрегас
были моложе во время первого матча с канониров. Вот. Для фанатов Арсенала, на самом деле, довольно легкий факт, который прям сходу определит. А вот я так прикинул, ну ты вряд ли вспомнишь, поэтому, думаю, будет я, интересно. Я, как ты понимаешь, фанатом Арсенала не являлся. Ну, само собой, само собой. Но ты следишь за английской премьер-лигой. Нет, давай я буду тратить. Он дебютировал в 2012 году. Давайте спрошу. Ну, его нацию придется постраховаться. Англичанин, поди. Германия. Это же этот самый... Ну, с вероятностью 99,9%, я единственного немца, помню, игравшего за Арсенал, это Серж Гнабри. Верно, Мози. Да. Это, хорошо. Это верно. С нацией я, да. Не, хорошо угадал. Спросил, я бы так сказал. Я иду по 4 балла забираю, но у тебя игроки прям простые, ты подсказываешь хорошо. Наверное. Ты хочешь, чтобы я выиграл у себя на канале? Видимо, нет. У тебя на канале, а ты меня отдерешь там знатно. Итак, твой последний игрок. Фифе стоит 14,5 тысяч монет. Ну и в реальной жизни тоже там 3,5 миллиона евро. По факту сразу. Так, ну давай подумаем. 14,5 тысяч монет он стоит в Фифе. Угу. Если он столько стоит, это по-любому какой-то вот старичок рейтинга 85-86 рейтинг, если это стоит 14500 монет, по-любому нахрен никому не нужный. Вот, но в целом для СБЧ сойдет. Пока ты идешь не совсем в верном направлении. Не совсем верным, эх. Не совсем так. Верным. Итак, факт. При рождении этот игрок мог не выжить. У малыша была диафрагмальная грыжа. Еще 40 лет назад, как вспоминали его родители, это был бы стопудово смертельный диагноз. В день операции врачи даже послали ему священника в комнату, а еще поставили у кровати икону Мадонны. В 18 лет игрок нанес ее изображение себе на правое плечо. Татуха, кстати, довольно большая. А его мама говорит, что Мадонна прекрасно выполнила свою работу. Ну и сам игрок там тоже всяких интервью называл ее типа своим спасителем. Мадонн, как ты понимаешь, святую Мадонну. Ну да, это татуировка, да. Я пытаюсь так прикинуть, кто у нас. То есть 40, большая, 40 вот, лет. Правое плечо. 40 лет назад родители там упоминали. Ну просто такую операцию 40 лет назад не лечили. Вот. Тебе одна подсказка такая довольно хорошо поможет, наверное. Ой, хочу спросить позицию. Уверен? А, ты еще и мне подсказывать будешь. Начни с простого. Давай, нация. Тебе баллы нужны. Нация. Вот. Вот, молодец. Швейцария. Швейцарец. Еп. Я знаю, ну, которая... Ну, давай, ладно. Макс, ты был ко мне очень добр. Я тебе скажу так. Если я ничего не путаю, я сейчас вот по своей памяти, у него двойное гражданство. Основное, как на карточке, это Швейцария, а второе Чили, по-моему. Сейчас проверю, Чили или не Чили. Какой-то латиноамериканец, швейцарец получается. Угу. Блин, если честно, так вот эти игры все люблю. Я в момент просто начинаю тупить, но при этом еще и думаю. В общем, процесс происходит. Слушай, ну... Рикардо Родригес. Правильно, красава. Хорош. Ты спросил только его нацию, это 4 балла. Не, нормально. Знаешь, сколько ему лет, кстати? 28. То есть ему даже 30 нет, на самом деле. А, возрастной, говорю. О, окей, нормально. Я тогда вообще просто пенсионер. Давай последнего игрока, готов. Последний игрок стоит 48 миллионов евро по версии Трансфермаркт. Хорошо. И 206 тысяч монет в FIFA. Средние ценники там и там, слушаю факт. Ну что ж, стремясь поддержать усилия своих родителей, бабушек и дедушек, этот футболист устроился на работу на рыночный прилавок, где продавал одежду. Вскоре он заработал достаточно денег, чтобы купить себе майку Роналдо R9, то бишь зубастика своего футбольного кумира детства. Вот так. Уж не нападающий ли это бразилец? Ну хотя нет, это слишком узко, потому что тогда, в то время, видимо... Во всем мире зубастик был кумиром миллионов, прям миллиардов, я бы сказал. Слушай, я по классике, давай нацию спрошу. Уверен? А вот давай, вот если вот... Вот Роналдо зубастик, вот он где играл?
Ну, в Италии много играл. Вот, 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 и тебе не нужна подсказка больше. Ах ты. Блин. Ну хорошо. Это ж ты добряк. Просто халяву мне какую-то устраиваешь. Так, ладно. Ну, смотри как. Синяя старичелла. Он столько уже, наверное, не стоит. Из молодых и перспективных? Mm-hmm. А, единственное, что... А у меня тоже исправная ошибка. Ну, давай скажу Политана. Нет. Так, начались проблемы. А, блин, я дура. Позицию. Элфа. То есть Инсини еще стоит столько? То есть, да. Охренеть. Лоренцо Инсинье. Прости меня, Лоренцо. А че я так сразу? Я думал, что он уже все, он столько не стоит. Ну вот Трансфермаркт написал 48 миллионов евро. Тут парень еще, оказывается, этот гномик, он живчик. Так, хорошо. Я забираю 3 балла на этот раз. Никаких 4 баллов, но со счетом 11-9. Эх. Победил, разумеется, Мазизя. Но у нас есть ответка. Не забудь вот прямо сейчас. Ты это зрителям же говоришь, да? Ну? Надо перейти ко мне на канал и посмотреть, что вышло у меня. Потому что, может быть, я победил у себя. Все-таки вот родные стены, они влияют. Спасибо, ребят, за просмотр. Тебе, Макс, спасибо еще раз за участие. Всем пока.